Очередной выпуск рубрики «Найти друга» в эфире, а значит, вы можете прямо сейчас присмотреться к ее героям и стать счастливым обладателем четвероногого питомца. Это кошечка Соня. У нас она недавно. Вот она спит сейчас. Хорошая кошечка. Мама, вот ее была мышеловка, ее принесли к нам, ну, получается, с дома. Вот, принесли, потому что не смогли раздать, как, ну, обычная история наших животных. Соня обладает покладистым характером и не будет нарушать тишины и покоя вашего дома. Она хорошая, ласковая кошечка, на руки ее можно, ну, идет без проблем. Вот, пожелать ее, она как и дома будет себя чувствовать в доме хорошо, так и в квартире. Спокойная кошечка. Если Соня вам не приглянулась, возможно, эта кошка придется по душе. Она с дочкой здесь. Вон дочка у нее в клеточке сидит внизу. Но та агрессивная очень. Перемешанная. Видите, это европейская короткошерстная, а та ближе бенгальцу. Окраска на спине особенно. Кошки местные, адаптированы к погодным условиям, меньше болеют и не агрессивны. Они привыкают. Хозяину быстро, вот, к обстановке быстро привыкает, адаптируется вообще очень хорошо. И неприхотливы. Ну, бывает шерсть о них, но надо вычесывать. Кто ленится вычесывать, особенно пушистых. А эту надо влажной тряпочкой теплой протирать. Вот. И шерсть останется на тряпочке. Они сейчас линяют. Видите, она как соскучилась по ласке. Не хватает ей общения домашнего. Вас всегда рады видеть в «Зоопульсе» Гоголя 144 900 671.